Упаковка. Так как мы стали получать очень много медалей, и нам перестало место, куда их вешать можно теперь. Вот такая для медалей подвеска. Вешалка для медалей. Да. Дальше. Это пистолет. Вот. С набором. Такой вот. С пистолетом дешевле. Хотели заказать эти за эти. Оказалось, что да. С пистолетом запаски хотели заказать, а с пистолетом дешевле. Так теперь два пистолета будет. А, это мыло детское. Ну вот так нажимаешь, и оно ромашкой выходит. Вот такой вот. Их три штуки здесь в наборе. Что-то еще положили или просто? Просто. Дальше. Ну, это вот для унитаза. Очень хорошее. Заказываю вот не в первый раз. Очень надолго хватает. Именно. Это формочки. Так как я на правильном питании, мне неудобно вот такие вот. Вот они. Вот металлические, как бы. Хочу попробовать. Вот в такой расцветке. Вот. Дальше. Это у нас что? Ой, это у нас нельзя показывать. Это не тебе. Это вот... Понятно. Бокс для переноски пищи. Нет, нет. Что это? Это вот для стирального. А, вот такое три в одном. В интернете все расхваливают. Хочу попробовать. Да. Ну, правда, он, говорят, засоряет, это портит машинку, но нам все равно. Мы должны... Куда крестьяне, туда и обезьяне. Это средство для чистки поверхности всякой, бытовой, мытовой. Вот такое тоже попробовать вот с таким дозатором. Все надо в жизни попробовать. Дальше. Это тоже такой же, только другой аромат. Это у нас, это для унитаза, как я предполагаю, да. Это вот такие вот. Теперь будет чистая квартира. Да. А то до этого были, это с рынка все, а теперь напрямую поставки с Китая. Это тоже так же, как здорово, вот я показывала в предыдущем, просто с другим ароматом. И там что еще осталось? И осталось, я так предполагаю, это у нас... Да, это мой долгожданный ремешок. Надеюсь, в этот раз... Никак размер не можем подобрать уже, который выписываем. На часах ремешок порвался. Вот. И вот. Дальше. А, это тряпка. Ну, сейчас это вместо металлических ёжиков. Вот такое новинка. Попробуем, потом покажу. Я тоже видела. Вылетела. Новинки. Да. Это о чем один? Два. Полотенце. Нет, это на стульчик хотела. Мне расцветка понравилась. Почему-то один, хотя заказывала их два в наборе. То, что мама шьет, уже не нравится. Нравится, надо... все нравится. Ничего страшного. Это вот у молодых щетки. Свои вкусы. Мне? Нет, не тебе. Это нам вот такие вот зубные щеточки. Волосяные, нам, да? Обоим? Да. Обоим? Да. Нам всем, видишь, вот в семье. Четыре штуки. Нет. И еще один. Ой. Тоже коробочка. Ну, папа уже сделает. Тоже коробочка. Там еще есть. Это для Таирки. Мы ленимся унитаз, крышку поднимать. Чтобы нам было удобно поднимать крышку. Вот такая вот. Фиксатор для крышки унитаза. Фиксатор для крышки унитаза. А, чтобы не поднимать руками? Да. Все? Если руками, там все еще есть. Вот и все.